Раньше, чтобы не подвергать себя опасности, людям приходилось обходить 3 километра пути, когда по мосту он гораздо короче, всего 200 метров. О том, что путепровод находится в аварийном состоянии, жительница станицы Оксана Аракелова рассказала Вениамину Кондратьеву в ходе январского приема граждан. Обновленный пешеходный мост – большое событие для станичников. Наш мост долгое время находился в аварийном состоянии. И для нас, жителей станицы Новолукинска, это была огромная проблема. Потому что у нас улица Заречная – это самая отдаленная улица нашей станицы. И там проживают и многодетные семьи, и много пенсионеров, которым очень далеко добираться было до центра. И сейчас мы очень рады тому, что наш мост отремонтировали. По поручению губернатора в станице были организованы ремонтные работы, в том числе демонтировано старое и установлено новое деревянное покрытие, а также металлические перила. Для местных жителей мост стал доступен уже в середине февраля.